Сегодня ты что делаешь? У меня тут пупа чумелые ручки. Близится день космонавтики, и поэтому я думаю сделать бутерброд в форме ракеты. Для начала я сделаю банальные свекольные хлебцы из свеклы льна. Засыпаю в свою ракетную установку Dream Modern 2 блендер. Сначала лен перемолю. Лен готов. Тут, в принципе, не важно, насколько сильно в муку перемолоть лен, но этот блендер в любом случае хорошо смолит. Блендер можно не мыть. Засыпаем свеклу и водички. Заливаю и перемешиваю. Я возьму вот эти сеточки. Можно взять и такую, но здесь лучше хлебцы посушатся. Теперь размажем это все. Осталось нарезать детали ракеты вот на этом полотне. Такие вот окна в готическом стиле. Ну и остальное просто так. Ну и посушу я тут в дегидраторе Dream Витамин 10. Я уже выучила их имена. Ну, допустим, уже готовы эти хлебцы. Мы тут уже подъели немножко. Теперь надо аккуратно это все отковырять. Теперь надо сделать соус, чтобы вкуснее было. Ракету собрать. Вот мой холст. Также завалялся дайкон. У нас я вырезала космонавтика. Веганосреческий детский бутерброд готов. Неплохо.